Внимание! Присутствует ненормативная лексика. Перевод Куценко. Озвучил «Да, ты, нет». А теперь поговорим о другом виде насилия. Драка между хулиганами Палмейраса и Коринтианса произошла вчера днем. Драку затеяли возле стадиона. Была вызвана полиция, и наша команда записала, к сожалению, жестокие сцены. Судмедэкспертиза. И мы только что получили сообщение, что один из фанатов Палмейраса был зарезан в драке между болельщиками Коринтианса. Да ебаный ты в рот, Капелла! Чуваки, не я же рисовал знаки на дороге. Как по-вашему я должен видеть? Который час? Эй, расслабься, ладно? Разве ты не видишь, что я за рулем? 2:40. Езжай в морг. Не, братан, я сейчас сдохну с голоду. Поехали что-нибудь схаваем, а? Здесь все в кровище. Тащи свою задницу в морг. Мертвые не разговаривают. Здорово. Все хуи намываешь? Вот это больше пищать не будет. Проще пареной репы. Зато Гувея не надо будет спарывать живот. Из братухи наделали как дырок в сыре. Фанат Палмейраса, сам понимаешь. Нахлобучили. Ну что ж, джентльмены, на сегодня харе. Истеню, хорошо, по-моему, хуй, ладно? Да-да. Лучше вали-ка ты домой, Капелла, потому что Джекер вкалывает сверхурочно с твоей женушкой. Спорим, драка из-за футбола. Как мило. А о своей семье не подумал? Это больница? Это конец. Ты перешел в другое измерение. Что это за хрень, другое измерение? Мне срочно нужно вернуться в бар. Ёбаный Коринтианс хотел оторвать мне яйца. Я ему подпорчу мордаху. Ты уже никуда не пойдешь. Кабу. Все кончено. Так чё? На этом все? Ты мужик, у меня же семья есть. Пожалуйста, позвони им. Ради всего святого, я же не могу оказаться в общей могиле с нищебродами. Спокойно, мужик. Успокойся. Как тебя зовут? Здравствуйте, я могу поговорить с миссис Эдма? Миссис Эдма, я звоню по поводу вашего мужа, господина Вальдечи. Меня зовут Истенио, и я работаю в городской судебно-медицинской экспертизе. Я призываю силу во имя Иисуса Христа. Я приказываю всему злу уйти. Я приказываю болезни уйти, ревматизму уйти прочь. Ильда, убери это, пожалуйста. Ильда, еще одно можно? Пьешь? Плати. Тебе сейчас прочесть вывеску? Господин Джайме, мне заплатят в четверг. Тогда я заплачу вам. Я пытаюсь улучшить свое шефство. Но для тебя
Только для тебя я сделаю последнее исключение. Вот только не стоит так говорить, господин Джайме. Мы открываемся в 5, забыла? Пап, отсюда 3 автобуса от больницы. Привет, Ильда. Привет. Время от времени это нормально, но ты частенько опаздываешь. И тебе нужно съездить и навестить ее. Я передал Нори извещение об увольнении, забыла? И мне нужна твоя помощь. Тебе не нужно ездить туда каждый день. Не могу оставить ее одну. Ой, да ладно тебе. Она даже не в курсе, что ты ее навещаешь. Лара. Все нормально. Зло, которое заставляет вас услышать шаги. Зло, которое заставляет вас слышать голоса. Грязь из ада. Темная сущность. Вон, во имя Иисуса. Дьявол теперь в оковах. Приветик. Ой. Привет. Маленькими пальчиками найди у папы в шее на голове. А где все? Дома. У Эдсона неприятности. Пришла соседка и... Истыню, вставай. Я тебе уже говорил, не валяться на диване в грязной одежде после работы. Вставай. Ты знаешь, что это? Режущая нить для воздушного змея. Эта штука режет как нож. И знаешь, кто это сделал? Твой сын. Чтобы дети резали других воздушных змей. Копы меня чуть не повязали из-за этого дерьма. И что ты здесь делаешь? Дуй обратно в комнату. Да поебать, блядь, как-то. А ну вернись сюда, сопляк. Видал, как они со мной разговаривают? У детей нет никаких манер. Видишь, как они ко мне относятся? Сделай что-нибудь. Поговори с ним. Поговорю. Позже, позже. Я поговорю с ним. Дай мне передохнуть. Я только приму душ и переоденусь. Я устал. Он уходит, блин, запах остается. Все провоняло, как у него на работе. Вставай, вставай. Пошли руки мыть. Иди, Сиса, помой руки. Видите ли, нравится ей эта вонь. Ты опоздаешь. Прошлой ночью я работал сверхурочно. Отстань от меня. Я не в настроении. Я пошел из Тенни. Закончишь зашивать, вымышь его и запихаешь его в морозилку, ладно? И постарайся немного отдохнуть, хорошо? Хорошо. До завтра, Гувея. У копов от тебя осталась только разметка? Спокойно, мужик. Я не легавый. Откуда ты? Сидада Тирадентес. Ударом тока прибило меня. Как тебя зовут?
Суджо. Суджо. Ты из территории Гильвана? В жопу Гильвана, мужик. Я брат Джонаса. С какой целью интересуешься? Полегче, чувак. Трупаки головорезов все время попадают сюда. Ты еще и отсидевший. Ты это откуда знаешь? Твоя татуха. ОПГ, Локо. Ты слишком много знаешь. Кто сливает тебе-то говно? Чака, Тоха, Матиос. Эти пацаны погибли в перестрелке с полицейскими. А меня? Меня надули. Кто-то настучал на тебя? Дентиньо. Он выдал меня, ёбаный хуесос. Эй, братиш, ты не мог бы рассказать всю правду моим корешам в Дивине? Во имя Христа. Мой брателло Джонас — сама смерть. Он устроит этому хуесосу Дентиньо такое говно, которое он заслуживает. Без вариков, чувак. Если я расскажу то, что слышу здесь от тебя, парням там, то я накликаю на себя беду. Ты мой последний вестник, прежде чем я предстану перед дьяволом, понимаешь? Мужик, тебя чё прёт? Завали нахуй ебало. Я убил своего старика. Мы с Джонасом убили его. Старый отморозок выбил всё дерьмо из нашей мамы. Мы его грохнули. 3 ударами в грудь. А потом бросили его с моста в Ренджистро. Только мы и Господь Бог знают об этом. И Бог не прощает тех, кто убил свою семью. Проходите, господа. Осторожно, на стенке крючок. Дверь сбоку, проходите. Эй, что за хуйня? Что за чертовщина? Постойте, кто его купил? Поставьте диван, пожалуйста. Нет, господа, затаскивайте. Да кто купил это говно? Я купила, кто еще? Ты что ли? Я работаю как собака, чтобы заплатить за квартиру, а ты покупаешь диван за моей спиной. Эти деньги я сама заработала. Да что за работа? Я помогаю Дарасе изготавливать конфеты. Нужно много конфет, чтобы заплатить за такое дерьмо. Затаскивайте его в дом, ладно? Нет, подождите, я взяла его в рассрочку. В рассрочку? И в итоге я буду платить за него. Ты? Да неужели? Знаешь, я сыта по горло тобой. Ты мне реально надоел. Ты не преуспеваешь в жизни. Ты плохо ко мне относишься. И еще твой запах. Этот запах. Что от моего дома воняет. И ты сам жутко воняешь. Меня от тебя тошнит. Ты мне отвратителен. Господа, просто затаскивайте его в дом. Проверьте капельницу. Лариса, почисти катетер. И понизь кардиомонитор. Лара. Что случилось? У нее была остановка сердца. Мы отвезем ее в реанимацию. Вперед. Начали. Это был дурацкий прикол, Валдир. Тебе что, заняться нечем? А ты что, Капелла? Чё, забыл выпить свои таблетки сегодня? Или опять нанюхался в сортире? Хватит, отвали. Опа. Что происходит, чёрт? Мы же пошутили, чувак. Тебя чё, прёт? Ты чё, шутки не понимаешь? Что за шутки? Ну тебе понравилось, да? Признайся. Хотел бы я посмотреть на твою глупую рожу, когда увидишь размер моего хозяйства. О, Истеня.
Я тебя знаю, умник. Вечер в хату, Густаво, братан. Пиздос, пожалуйста, только не в мою смену. Теперь ты разговариваешь с мертвыми. Я тебе сейчас в ухо носу. Ну и какого хуя ты натворил? Как обычно, украл несколько сердец. И спорим с жен других мужей. Ты испоганил жизнь другим людям и отправил в могилу раньше времени. Мне очень жаль твою мать. Эй, прояви уважение, хулиган. Хулиган? Это ты, самый настоящий хулиган. Все вы окажетесь на этом столе. Да? А я тот, кто зашивает и подготавливает вас, уёбков, к похоронам. Конечно, и знаешь почему? Потому что ты лох. В отличие от меня, который наслаждался жизнью, и знаешь почему? Потому что пока ты здесь моешь трупаков, твоя жена изменяет тебе, как обезумевшая. Повтори. Привет, Истеньо. Все нормально? Просто нужна минутка, чтобы вымыть стол. Живее, пойду пока принесу кофе. Сейчас вернусь. Чё ты сказал? Это моя жена, о которой ты говоришь? Чё ещё злишься, рогоносец? Ну тогда тебе самому стоит сходить к тому парнишке. Осмелюсь предположить, что ты будешь очень жесток с этим Джайми. Джайми? Парень из пекарни? Да, тот самый. Ты ничего не знаешь о женщинах, Истеньо. Разве ты сам не замечаешь красивую одежду на Аденте? Как думаешь, кто за нее платит? Заткнись. Истеньо. Истеньо. Истеньо, вернись. Когда мы добрались до стоянки, то нашли трое детей, застреленных в лесу. Кровь и кишки были повсюду. А что насчет родителей? Родители? Это кучка долбанных бомжей. 10 реалов. Я сегодня без гроша, господин Джайми. Заплачу вам завтра. Нет. Ты мне уже должен. И что ты сделаешь со мной? Слушай, моя пекарня не благотворительный пункт по бухлу. Все хорошо, господин Джайме? Тебе нечем заплатить? Чеком, часами, телефоном? Надо уже кончать здесь с этой анархией. Усиливаю шефство, забыл. Моя семья дала мне чувство собственного достоинства. И всегда было какое-то политическое мышление, где бы я ни был. Если мы понимаем контекст, в котором мы живем и как мы можем помочь, сделать вещи лучше. Моя семья была решающим значением. Много любви и самоуважения. Я смотрела. Верни на место. Иди смотри телек в спальне. И что это у нас за новости? Сидеть на полу? Я хочу посмотреть новости, это мой дом. Ладно, хочешь посмотреть новости, это твой дом. Здорово. Смотри новости, а я пойду в спальню. Чтобы забыть о твоем существовании. Как насчет того, чтобы приготовить завтрак и отвезти детей в школу? В конце концов, это же твой дом. Собралась толпа, чтобы посмотреть открытие Еврокубка, когда прибыли вооруженные люди и начали стрелять. Две противоборствующие страны сражались на территории незаконного оборота наркотиков.
Банда, возглавляемая Гильваном Барейро, билась с конкурирующей бандой во главе с Джонасом Крава. В ходе перестрелки был ответ на убийство брата Джонаса, Мануэль Крава, известный под кличкой Суджо. Черт, это же Суджо. Он был известным подручным в фавелах Дивани, где торговали наркотиками. Полиция прочесывает район, чтобы предотвратить дальнейшие ответные меры. Здорово, братиш. Мне нужно поговорить с Джонасом. Не знаю никакого Джонаса. Передай ему, что я знаю, кто выдал Суджи копам. Спасибо. Если я тебе целую, тебе это не нравится. Если обнимаю, то тебе не нравится. Тебе не нравится все, что я делаю. Ты не берешь трубку? 6 буханок, мэм. Не видел, чтобы ты звонила. Ах, ты не видел? Весь день? Не здесь, хорошо? Ты ведешь себя странно. Что происходит? Не трогай это. Поговорим позже. Во сколько? Привет, Эдсон. Привет, Лара. Сегодня ночью. 8 часов. На углу. Ровно 8. Ладно, ладно. Я ходил в школу. Пошли. Фу, нет, это отвратительно. Мне не нравится вот эта сахарная фигня. Пошли. Чё зыришь? На что уставилась? Я хочу жить здесь, в доме номер 80. Это тот самый парень, босс. Откуда знаешь Суджо? Мы вместе отсидели в тюрьме за ОПГ. Меня зовут Эстенио. Он никогда не упоминал о тебе? Никогда? Хотя он упоминал о тебе. Всегда говорил, что брат Джонас — единственный настоящий босс во всей Восточной Сан-Пауле. Дентиньо, принеси-ка пивка и пакетик хорошей травы нашему гостю. Нам надо побазарить. Ну так что ты знаешь? Кто предал моего брата? У меня есть друг, который работает в морге. Он дружит с копами. Он рассказал мне о той ночи, когда они там выбросили тело Суджо. И он рассказал, кто крыса. Тогда выкладывай, чувак. Какой-то парень с виллой Густава. С виллой Густава? Да, у него была какая-то разборка с Суджо. Зовут его Джайме. У него пекарня на углу на улице Хуареса де Габерта. Уверен? 100%. Я бандюга, мужик. Но я не псих. Тот, кто врет мне, подохнет. И тебе лучше сразу знать об этом. При всем моем уважении... Тот, кто сделал то, что вы с Суджо сделали, чтобы защитить свою собственную мать, должен быть человеком чести. Это мое дерьмо и дело Суджо, мужик. Суджо был для меня как брат. И этот пекарный хуесос должен подохнуть, как твой покойный отец. 3 удара в грудь и скинуть с моста. Ну, коль ты так говоришь, то так оно и будет, брат.
Ступай с ним. Что не так? Что? Ничего. У меня постоянно мелькают имена твоих детей. А это не так-то просто. И, кстати, сегодня привела детей в пекарню. Это был удар ножом ниже пояса. Два, три. Ступай с миром, Карло. Поговори со мной. Тебе пиздец, Эстенио. Нахрена ты замутил такую хуйню? Тайны мертвеца — смертельная тайна. Теперь ты помечен. Помечен? Что? Ты разговаривал со мной? Не-не-не. Помоги мне с крышкой. Йоу, босс. Крыса выехала. Следи за ним. С ним какая-то баба. Следи за ним. Тебе что-нибудь нужно? Да. Да, мне нужно. Мне нужно передохнуть. И двух домработниц, по одной на каждого ребенка. Адетта. Слушай, нам надо прекратить встречаться на некоторое время. Все выглядит странновато. Думаю, Стэнио знает о нас. Что ты сказал? Он был в пекарне, устроил сцену. Хотел выпить за счет заведения. Вел себя странно и пялился на меня. Я уверен, он знает. Нет, Джайни, не поступай сейчас так со мной. Моя жизнь — позор. Прости, Адетта, я ничего не могу поделать. Сделай мне одолжение, ладно? Отдай ему обратный телефон, скажи, что заходила в пекарню. Да я хочу, чтобы он сдох. Прекрати. Я брошу его, понял? Брошу его, и мы сможем сразу... Стопэ, стопэ. Вылазь, уёбок. Ладно, ладно, полегче. На колени. Ради всего святого, убери ствол от моей головы. Знаешь, почему ты умрешь? Джайми, верно? Сэр, пожалуйста, уберите пистолет. Заткнись. Я брат Суджи Геблан. Кто? Ты сам знаешь, кто, крыса ебучая. Мой брат умер из-за тебя. Теперь я тебя отправлю туда, где он сам. Ты связался с дьяволом. Пожалуйста, я не знаю твоего брата. Ради бога, убери пистолет. Хочешь, чтобы я его убрал, да? Прекрасно. Я все равно не собирался его использовать. Мой брат умер. Вот так. На коленях, перед копами. Чьи яйца ты любишь лизать? Я не знаю твоего брата. Не знаю. Можешь забрать мою машину. Да не нужна мне никакая машина. Я хочу кое-что другое. Я хочу увидеть, как улица испивается твоей кровью.
Боже милостивый. Убийца. Трус. Иди домой, тетя. Забудь наши лица и уходи. Полиция. Полиция. Они едут за тобой. Вам конец. Они едут за вами. Джонас, заканчивай. Легавый рядом. Заткнись нахуй. Тебя зовут Джонас. Убийца. Они поймают тебя, вот увидишь. Не подходи. Вас всех поймают. Поехали, босс. Истеню! О, господи, Истеню! Произошла ужасная трагедия! Что случилось, Дороси? Адетта! Адетта? Адетта! Адетта! Простите! Адетта! Отойдите! Простите! Адетта! Отойдите! Отойдите! Адетта! 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 Она моя жена! Адетта! Что они с тобой сделали? Сынок, лучше не дай ему увидеть меня такой. Истеню, пожалуйста, убери его отсюда. Не дай ему смотреть. Папа! Папа? Мама! 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 Это моя мама! Папа! Успокойся, сынок. Мама. Так ты меня слышишь? Как? Как и раньше. Я всегда общался с покойными. С тобой, с Карло, и кто здесь оказался. Я говорю с мертвыми. Не могу это объяснить. Дети знают обо мне? Слушай, я собиралась с духом, чтобы рассказать тебе о нас с Джайми. Да, но правда оказалась быстрее, чем твое уважение. И я не умру, как ты. Я не буду рогоносцем с виллой Густава. Никто же не знал этого. Ну, а теперь все знают. Но последним посмеялся все же я. Отправил ублюдка гореть в ад. Я просто не знал, что ты так же закончишь вместе с ним. Истеню. Ты имеешь к этому отношение? А как ты думала? Вот ты сволочь. Сукин ты сын. Может быть, теперь ты изуважаешь меня в конце концов? Как ты мог? Убил мать своих детей. Дети никогда тебе это не простят. И я тебе это никогда не прощу. Никогда. Да? Но зато я прощаю тебя. Пять драгоценных камней. По одному на каждую букву твоего имени.
Так тебя и похоронят, Адетта. Ты моя. Что ты делаешь? Сними с меня эту штуку. Истеньо. Истеньо, вернись. Истеньо, вернись. Истеньо, вернись. Добрый вечер. Вы отец этого мальчика. Как тебе не стыдно, Эдсон? Вот что я получаю от штопки трупов всю ночь напролет? Мой сын ворует вещи из супермаркета и возвращается домой как какой-то преступник. Хочешь, чтобы я был сосунком в школе? Так ты теперь бандит, да? Над чем ты смеешься? Эдсон, вернись. Я с тобой разговариваю. Эдсон! 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 Открой дверь! Открой дверь, Эдсон! Здорово, Гувея. Здорово, Сильвана. Мерзопакостная обстановка? Да нормально вроде, как в женской парфюмерии. Иди да посмотри. Эстенио, принеси нам маски. Где жмурики, Сильвия? Вон там. Ебать копать. Вызвали нас на такую свалку так поздно ночью. Дайте нам немного света. Судя по их виду, потихоньку гнили тут. Пиздец. Что ж, представление начинается, Истеньо. Это не будет проще пареной репы. Папа? Пап? Все нормально, спи дальше. Ты уверен, что это был не папа? Уходим. Уходим. Тише, тише.
Странно. Посвети сюда. Взгляни на это. Странно. Видишь? Похоже на укус животного. Они уже здесь несколько дней. Не спеши с выводами. Если бы это было животное, то почему укусы только внутри? А на коже ничего нету. Никаких укусов снаружи. Та сука убила нас двоих. А должна была троих. И тебя она должна была хлопнуть первым. Подай рано-расширитель. Мы убили двух невинных благодаря тебе. Сука вернулась и разозлилась. Что за херня? Сиса Эдсон. В чем дело? Сиса! Эдсон! Ты что здесь делаешь? Твои дети. Где они? Все нормально. Они со мной. Они сказали, что кто-то забрался в дом. Они на ночь остаются одни? Мы можем пойти забрать их. Тебе нужна тут помощь? Нет, спасибо. У нас все хорошо. Все будет нормально. Гувея, тут повсюду трупы. В коридоре, на кухне, даже в ванной. Да, но... Значит, теперь все в руках божьих. Давайте складируйте эти трупы на пол, потому что, походу, это еще не все. Ты что, шутишь? Нет. Был еще один оползень. Давай переставим носилки вон туда. Толкай. Давай, капелла. Ну и как нам тут затаскивать? Не знаем уже. Не знаю. Черт, ты что, еще не убрал их отсюда? Подожди секунду. Дай мне минутку. Пиздец. Я еще до них не добрался. Сюда. Все готово. Тащи его сюда. Истеню. Истеню. Прекращай, ты что делаешь? Помоги мне. Сейчас я не могу. В смысле не можешь? Я тут сам все разгребаю. Шевели булками, разгребай быстрее. Слушай, нужно место больше для трупов. Даже не знаю, найди выход, а? Я же сказал, блядь, сам найди выход. Эстенио? Ебать, Эстенио. Ты чё, глухой? Давай, помоги мне. Ah!
Эстеню? Охуеть, Эстеню! Эстеню! Что случилось с Эстеню? Он замерз. Мужик. Мужик, ты что там был? Живей, капелла, принеси ему одеяло. Кто был здесь? Кто здесь был? Успокойся, чувак. Здесь никого не было. Заебал, капелла, шевелись. Хорошо, я иду. Иди уже. Доброе утро. О, господи. Папа? У него сильный жар. Помоги мне отвезти его в спальню. Вот. Я отведу детей поесть. Ты что-нибудь хочешь? Нам ничего не нужно. Эстеню, твои дети не хотят оставаться дома одни ночью. Они снова пришли ко мне домой. Не переживай за нас. Мой отец никогда не пользовался парфюмом. А мама пользовалась только модными. Что ты этим хочешь сказать? Парфюм Адетте. Когда у моей мамы случился инсульт, то я стала хозяйкой по дому. Так и появился этот запах на папиной одежде. После того, как я впервые уловила этот запах, вся наша жизнь пошла под откос. Отца убили. Обнаружила, что по уши в долгах. Потеряла пекарню. Я даже могу потерять свой дом. Ясно. Я облажался. Ты облажалась. Ну и что? То, что я не такая, как мой отец. Я никогда никому не причинила вреда. И что ты теперь будешь делать? Мне нужно найти работу. Ты спрашивала, нужна ли мне помощь с детьми? А я сейчас поговорю с тем, кто ищет утешения и духовного покоя. И мы узнаем, откуда берутся такие проблемы. Как ваши дела? Как вас зовут? Вы впервые здесь, да? Да, в первый раз. Как вас зовут? Франциско. Расскажи нам, что вас беспокоит? Мне стыдно говорить. Не надо стыдиться. Вы можете говорить. Я подозреваю, что мой муж изменяет мне. Сиса? 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 Господи, Сиса! Вы верны? Преданы? Да, я забочусь о доме, детях и о муже. Так в чем вы его подозреваете? Может быть, вы думаете, кто вам завидует, или может быть... Да, я так считаю, думаю, что это моя соседка. Ваша соседка? Да, думаю, это она положила на него глаз. Она принимает участие в обрядах Макомба? Да, но наша молитва сильнее. Мне нужно, чтобы вы почувствовали спокойствие с нами, хорошо? Я хочу знать, кто там? Кто там? Я не вызываю каких-то мелких субъектов. Я вызываю босса. Мне хочется вызвать вождя демона. Послушайте ее сейчас. Это...